Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видео мы рассмотрим интересный и важный вопрос. Что выбрать, нетбук или планшет? Сейчас размер устройства не влияет на его мощность. Еще 10 лет назад весь набор возможностей при работе с информацией мог обеспечить только настольный компьютер. Все остальные устройства, в том числе мобильные, не могли предоставить и десятой части функциональности. Сегодня ситуация полностью изменилась. Все больше людей предпочитают выходить в интернет и работать на мобильных устройствах. При таком раскладе дел перед покупателями встает вопрос: чему отдать предпочтение при выборе нового гаджета? Нетбуку или планшету? Итак, давайте рассмотрим первый вопрос нашего видоса. Это отличие между планшетом и нетбуком. Выбор между нетбуком и планшетом – непростая задача. Это два разных типа девайсов. А оба предназначены для разных задач. Однако у каждого есть одинаковые функции, которые делают их похожими. Важное замечание от нашего канала. Если не вдаваться в подробности, то нетбук – это маленький ноутбук, а планшет – это растянутый смартфон. Итак, мы вам предлагаем ознакомиться с основными отличиями между двумя типами устройств. Итак, операционная система. Эти устройства используют разные операционные системы, что влияет на набор программ, которыми вы сможете пользоваться. В большинстве современных нетбуков установлено программное обеспечение под общим названием Windows. На рынке планшетов присутствует большая конкуренция. За звание главной мобильной операционной системы постоянно идет борьба между iOS и Android. Разница между двумя типами систем состоит в том, что программ для Windows больше, и в них увеличен функционал. Следующее – оборудование. У планшетов нет привычной клавиатуры с кнопками, у них есть только виртуальная клавиатура с сенсорным управлением. У большинства моделей нетбуков есть как физическая, так и визуальная клавиатура. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. При наличии исключительно виртуальной клавиатуры ваше устройство будет весить сравнительно немного, но текст придется набирать дольше. С нетбуками все наоборот. Текст набирать легче, но за это придется поплатиться увеличенными размерами и весом девайса. Двигаемся дальше. Память. При использовании планшетов в большинстве случаев вы будете работать с внутренней памятью. К ее преимуществам можно отнести высокую скорость передачи данных и меньшую подверженность к физическим повреждениям. Однако ее размер довольно-таки маленький, от 16 до 64 гигабайт. Чаще всего ее можно увеличить, подключив карту памяти объемом до 128 гигабайт. Нетбуки же используют жесткие диски, размер которых обычно начинается от 250 гигабайт и может достигать 2 терабайт. Продвигаемся дальше. Следующее – комплектующие. У всех моделей нетбуков больше по оперативной памяти, выше тактовая частота процессора и более мощные видеокарты. Это связано с тем, что операционная система, установленная в них, требует больше ресурсов. Операционные системы для мобильных устройств не так требовательны, так что в повседневной работе скорость работы отличаться в принципе не будет. Ну а теперь стоимость. На цену изначально влияет производитель и функционал выбранной техники. Если рассматривать один и тот же ценовой диапазон, то нетбуки в целом менее дорогие. Это связано с тем, что планшеты появились на рынке сравнительно недавно, нетбуки же представлены достаточно давно. Современные планшеты более технологичны и востребованы. Это отражается на их цене. Двигаемся дальше. Итак, выбор остается за вами. Ознакомившись с основными различиями, вы сможете сделать свой выбор. Если вы планируете использовать устройство в основном для работы с документами, презентациями, современным программным обеспечением, файлами различных форматов, писать много текста, то вам лучше предпочесть нетбук. Если же вам нужен девайс для просмотров фильмов, сериалов, общения в соцсетях, серфинг в интернете, то выбирайте, конечно же, планшет. Ну и по окончании нашего видоса скажу следующее, что конечный выбор устройства всегда придется делать вам.
Но ознакомившись с вышеизложенной полезной вот этой информацией, которую мы давеча вам рассказали, вы сможете сделать свой выбор более осознанно и профессионально. Желаем вам удачи в выборе и долгой работы вашего нового гаджета. Это канал «Отвертка», канал «Домашнего мастера» и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.